Всем привет, всем доброе утро. Ну что, мы уже собираемся, мы уже скоро уезжаем. Вот, подготавливаем дом, потому что папа здесь пока живет, он, например, не пользуется вторым этажом. А на втором этаже комната моя, Маши, Димки. Вот, пока он здесь один, он второй этаж закрывает, чтобы его не топить. Ну, в принципе, правильно, чтобы не тратить зазря больше дров, чем следует. Так что второй этаж мы уже закрыли. У нас сделан люк, он утепленный. Вот. Все. В принципе, мы уже почти готовы к выходу. Сейчас, наверное, будет резонный вопрос, как же так? Ведь папа же все это время был тут. Нет. Нет. На самом деле папы здесь не было, мы просто об этом не говорили. А папе нужно было уехать в Москву на буквально 3 дня, потому что у него в Москве накопились дела, ему нужно было заехать в банк, у него там замена карты, ему нужно было в налоговую, потому что пришли несколько налоговых листочков, вот, которые нужно было оплатить. Вот, собираешься? Да, я уже собираюсь. Так вот у меня, например, на канале спрашивали, как же вы все вместе на даче, а бабушки одни? Бабушки одни никогда не бывают. Да. Мы всегда бабушек блюдем. Потому что их одних оставлять нельзя. Если мы сюда, то Борис поехал туда. Заодно и свои дела сделал. Мы просто так подгадали. Да, ну и плюс, пока папы здесь нету, нужно поддерживать дом теплым. Конечно. А для этого нужно топить печку. Поэтому, ребята, да, бабушки никогда у нас не бывают одни. Всегда кто-то находится в Москве. Да, поэтому папа был в Москве все это время. Так же, как и папа в свое время ухаживал за своей мамой 2,5 года и не жил с нами, вспомни. Да, Он жил да. с мамой со своей. Да, в свое время за моей бабушкой, за своей мамой папа тоже ухаживал, и 2,5 года он жил с ней, Да. а не с нами. Это долг, который родителям мы обязаны все отдать. Всегда и все. По-любому. Это забота, которую дети Это должны, внимание, это любовь. да, родителям оказывать. Не просто так. Это семья, это внимание, это любовь. Вот. Так что папы здесь не было. Мне же еще надо ботинки же надеть. Могли бы и не раскрывать карты. Ну, а что не раскрыть-то? Ну, в общем, да. Да нет, ну раскрыли, раскрыли. Да, в принципе, можно было и не говорить, что папы здесь нет. На самом деле он здесь был. Когда приехала мама, она его как раз сменила. В этот день папа уехал в Москву. Вот, а мама здесь осталась, и на следующий день приехали мы с Машей. Все, короче, пошли мы собираться. Вот так вот у нас все запутано. Запутано, но удобно. Мы в Михнево. Решили заодно встретить папу, потому что пока мы собрались, пока мы все сделали в доме, что требовалось, в общем, пока все закрыли, как раз стукнуло то время, когда он прибывает в Михнево на электричке. Так что сейчас заодно его встретим, отвезем на дачу, вот, а сами рванем обратно в Москву. Давай. Пока. Масяй. Давай, пока. Женя, только не забери с собой. Ну, извиняюсь. То есть пока он не будет, я к тебе только с Женей смогу приехать. Ну, естественно. Давай. Давай. Багажничек откроешь? Да. Так, Женя осталась. Олег, здесь. Все. Все. Чава какао. Пока. 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 I'm single, oh, we want to mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, whoa. I got that good old times. You want to spend some time back here with me. Oh, whoa. And time after time, I am wondering who is she? To me, I'm gonna tell you right now. Все, маму уже отвезли, высадили. И теперь сами едем домой.
Не знаю, Димки, наверное, еще нету. Так что мы сейчас с Машулей приедем и, наверное, начнем все перестирывать. Готовить вещи к полету. Я это люблю делать не за несколько часов до вылета, я это люблю делать за пару дней до вылета, потому что так точно ничего не забудешь. Так собираешься в спокойствии. Кстати, нужно будет достать чемоданы с балкона. Они у нас на балконе стоят. Вот. И начать уже потихонечку собираться. Список составлю слов. Вещей, которые надо с собой взять. Вот комплекты. Дома. Ура, ура. Сейчас собираемся с Машулей покушать. Достала я в итоге плов. В общем, Дима, у меня такой едок, я смотрю. За все время, что нас тут не было, он выел половинку кастрюльки плова. Понеслась, родная. Нам нужно было договориться по поводу трансфера из аэропорта в отель, потому что мы летим без туроператора, а мы летим сами по себе. Вот. Я им несколько дней назад написала письмо, на которое они до сих пор не ответили. На первое мое письмо они ответили, когда я уже не помню, чем интересовалась, а вот на это уже нет. Короче, мы ждали 2 дня, и в итоге я сегодня не выдержала и позвонила им туда. В надежде, конечно, на то, что там будет русскоязычная девушка, которая у них работает на ресепшн. Вот, но... Это же я везучая, ее не было, и пришлось договариваться как есть, по-английски. Вот, ну, в общем, сейчас они нам выслали письмо со всеми деталями, которые мы должны будем им прислать по поводу нашего рейса. Это я им немножечко попозже напишу. Вот, и они тогда организуют трансфер нам. Вот, в общем, не уверена я еще, будем мы трансфер у них брать, или мы просто возьмем такси в аэропорту. Короче, не знаю пока, как поступим. Посмотрим. Достала уже чемодан с этого самого, с балкона. Вот у нас. Это наш с Димкой чемодан. Вот, а внутри Машулин чемодан. Та-да! Кто бы сомневался, да? Девочковый розовый чемоданчик. Опа! Матрешки. Так, это Машулин чемодан. Здесь будут Машины вещички. Ой, что-то у нас такой грязный, надо его протереть. Надо же. Так, ну и все. Нужно будет сейчас поставить их, открыть и собирать уже в них все, что нам там понадобится. Ребенок уже собирается. Все. Ребенок собирается в отпуск. Все! Можно отправляться! Да? Ну-ка, давай. Пригнись, я тебя закрою. Давайте. Давай. Все? Готово? Нет, пока нет. Нет, не готова еще? Все. Все? Отлично. Уместилась. Закрываем, я так понимаю, да? Давай. Все. Откройте дверь. Открываем дверь. Мам, я уместилась в чемодан хоть не 6 лет. Вылезай из чемодана. А мой послабее, я в него не влезу и крышкой не закроюсь. Это точно. Твой очень маленький. Да. Все, будем вещи собирать, Маш. Мама, туда в этот чемодан поместится только мелкий ребенок. Это точно. С нуля. Не надо туда детей пихать в чемодан в этот, ну что ты. Я тебя пугаю. Пугай туда. Девочь пузатая. Так, а теперь у нас идет какая-то невероятная переписка с отелем. Сейчас нужно будет у них заказать трансфер. Да, сегодня будем с тобой играть в Мюнхгаузена. Давай только вот это вот. Давно не играла, что там. Ты какой фишкой будешь играть? Сеня, куда ты потерялась? Ну ладно, давай другой поиграем. Я буду зеленый, зеленая. А я буду желтый. И кубик надо взять. Угу. Ага, будет нам подсказывать всякие. А вот и ворон Мюнхгаузена. А вот и Мюнхгаузен. Мам. Что? А вот это вот что означает? Пропусти ход. А. Просто я все в Мюнхгаузена забыла. Ничего, сейчас вспомнишь.
Ну что, так, давай ты там сядешь. А то у нас с тобой не помещается немножечко. Там? Да, вот там. Угу. А давай-ка я вот тут вот, только вот так вот. Ой, сейчас я только, давай я тогда вот эту спущу подушку. У нас, кстати, Маша зубастая акула. Да? Акуленок мой. Да. Ну-ка, похвастаешься? Ниже, 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 ниже. Вон у нас зубик вырос. Только не совсем там, где нужно. Ну, что поделать. Пойдем к стоматологу завтра, проконсультируемся. Но я думаю, что делать что-то мы будем уже после поездки. Да, котик? Мама. Она так ждала. Когда же, когда же? Когда же, когда же? У нее тоже выпадет зубик. И вырастут новые зубики, да? Да, когда же прилетит зубная фея, подарит мне подарочек под подушку? И вот, она дождалась, наконец-то. Не все так гладко, как хотелось бы, но дождалась. Ну, будем надеяться, что все нормально. Так, ну что, играем дальше? Да. Давай. Да. Ты первая будешь ходить? Я первая. Давай, фишечки на старт. Нет, чуть-чуть. Так, давай, бросай кубик куда-нибудь. Ух ты, везучая! Раз, два, три, четыре, пять. Так, теперь я, да? Угу, один. Так, два. Так, два. И пишу вот сюда. И что какая? Да. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Обогнала меня, да? Один. Я от тебя не отстаю. Отставать будешь. А! Вот где здесь, стояли? По-моему, здесь мы стояли, да. По-моему, здесь? Нет. Здесь. У меня же один. Так, был. Сколько? Два. Два. Раз, два. Ух, хорошо. Давай не будем сюда кидать, а то мы с тобой сдуем все наши фишки. Угу. Сколько? Два. Я тебя догоняю. Хоть бы шесть, хоть бы шесть, хоть бы шесть. И один, блин, и пропускал ход. Я два раза кидаю, да? Угу. Так, четыре. Раз, два, три, четыре. Я два раза кидаю, ты ход пропускаешь. Что ж такое? Ты руки свои тянешь. Ну, три. Раз, два, три. Давай, ходи. Ишь ты какую? Да, такая. В первую очередь игрушки. Давай посмотрим на список твоих вещей. У Маши есть свой список вещей, которые нужно положить в чемодан. Так, смотрим. Иди сюда. В первую очередь игрушки. Игрушки. Дальше читай, что у тебя здесь. Одежда дальше, одежда. Раскраски дальше, так, айпад, самолетик, купальник, очки, очки, ну это корона. Ты написала корона? Нет. Корона. Да тут уже непонятно. Да как же ты так пишешь в списке, что непонятно, что взять с собой? Сейчас. Кор. Карандаши. Ах, карандаши. Понятно, я думала, это корон. Все, ребята, мы будем спать ложиться. Так что... Нет, не угадали. Это я буду спать ложиться, Алка будет монтировать. Не обязательно открывать все секреты. Конечно, опять в 3 часа ночи придет сонная. Разбудит. Все, всем до встречи, всем до завтра, всем пока. Oh, hey you, what you gonna do? Feeling a weekend kind of mood. Don't even try staying.